Каждый год арт-проект «Бомонд» среди участников праздничных мероприятий, которые проводятся в Екатеринбурге к Дню Победы. Как я понимаю, в этом году празднование Дня Победы переносится на неопределенный срок. И в преддверии 9 мая я хочу исполнить для вас одну из любимых и популярных песен на эту тему. В тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты.